Ну что ж, а мы возвращаемся. Вот вам кисонька. Кисоньку я убирал, чтобы, потому что начались вопросы, вон, а что у вас тут происходит? Я поставил, что рекламная пауза у нас тут происходит. Привет, никто. Продолжаем, да. Сейчас бац, и Кейси ответит, или кто это тут? Не, это, кстати, Born to Lose, Country Trash, Proud, Drama. На барабанах этот же. Воробушек, короче, скорее всего. Скорее всего, он. Эй, Мэй, ты окей этим утром? Я сегодня не открывала пикакс. Грег информировал меня, мы собираемся практиковаться сегодня группой. О, господи, нет. Моя нелюбимая в этой игре, пожалуй. Увидимся там. Эй, чувак. Отличное сообщение ночное. Ну, реально, классно. Ты массив дорк, лол. Сегодня практикуемся. Репетиция сегодня. BC, I feel like we need to do something normal. Надо что-нибудь нормальное запилить. Я снелкон в снелконе. Надеюсь, ты себя окей чувствуешь, окей? Всегда твой Грег Гори. Как хорошо быть живым в этим утром. А это все. Ну, примерная цель — добраться до Грега в магазин, и там мы пойдем практиковаться на игре. Эпилог. 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 Какой эпилог-то? В смысле эпилог? Мэй, сладенькая, это ты? Я. Я тут сзади кухни. Если хочешь поговорить... Ну, да. Мам? Привет, сахарочек. Эй, мам. Как ты себя чувствуешь? Ну, неплохо, чтобы прыгать там-сям. Сделай мне услугу, оставь тебя дома сегодня ночью. Почему? Ну, просто я... Ты подросток. Нет. Взрослый. Адульт. Нет, адульт не взрослый. Взрослый, да. Ты взрослая. И ты можешь делать все, что захочешь. Но ты живешь здесь. И ты все еще моя малышечка. Ой, мам. Нам надо... We need to come up with some ground rules. Нам нужны, короче, кое-какие правила основополагающие. Просто потому что, сахарочек, ты должна... You could have died the other night. А, ты чуть не умер... Я аж напугался, что сейчас мамка такая... Потому что тебе нужно сегодня ночью умереть. Что? Ты чуть не померла. И потом ты просто берешь и уходишь со своими друзьями. Маман, извини, я не хотела. Сахарочек, что происходит с тобой? У меня был очень тяжелый год, мам. Саинка. You've had a... У тебя была тяжелая неделя.
У нас у всех было. Да, но... Что случилось в школе? Сахарочек мой сладенький. Меня, конечно, не волнует, что там, но просто, пожалуйста, расскажи мне. Ты работаешь сегодня? Нет. Я и твой батяня, мы оба сегодня выходные. Я буду дома сегодня ночью. Мы можем об этом поговорить потом. Конечно. Мы можем сделать брекфаст на ужин. Мы можем сделать ужин на обед. Подождите, мы можем сделать брекфаст на динер, как обычно. Батя может подкидывать блины в воздух! Ха-ха-ха-ха-ха, конечно. Ты собираешься на улочку сегодня? Ага. А можешь ты, пожалуйста, оставаться в городе, поближе? Ну, конечно, мам. Я думаю... I think they're getting some of the longest night decorations out. Вот, что она думает. О, World of Warcraft. Передавали сегодня снежок. Угу. That... Чё-то он быстро. Чё? Осень. Всегда осень такая. Окей. Так, я отрубаюсь. Люблю тебя, Сахарочек. Я тоже тебя люблю, мам. Ну, если получится слямзить пару крендельков... Батя, здорово! Не работаешь сегодня? Я сказал Бобу, чтобы он... Сунул. Ну, тут есть просто... Шов расшифровывается как пихать, сунуть, совать, толкать, спихнуть, пихаться. Тыкать, толкаться, засовывать. Я сказал Бобу, засунь это. Серьезно? Нет. Ты в порядке? Да, я буду в порядке. Не собираюсь сахарный плащ это... Я ненавижу свою работу. Ой, батя, почему? Я... был шахтером, делал посуду, стекло. Делал много всяких других штук. Но это место. Они просто не уважают... тебя. Они не уважают тебя за то, что ты работаешь там. Не уважают? Ну, работа должна быть оплачиваемой. И хватать должно на хавчик и прочую ерунду. Она должна обеспечивать твою семью. Работа должна быть нормированной. Босс должен уважать тебя. Рабочим... Рабочие должны разговаривать друг с другом. У них должна быть... жизнь. Они должны жить. Твоя мама всегда ходит на работу, но я хочу дать вам время со мной. Я хочу, чтобы у нее были хобби. И достаточно времени и денег, чтобы заниматься этими хоббиями. Это сделает меня счастливым. Сейчас я просто работаю так, что я могу содержать вашу страховку. И дом. Но стараюсь, по крайней мере. Это все, что ты можешь сделать? Я имею в виду, мы должны объединиться.
Это проще сказать, чем сделать. Объединения были всегда там, в шахтах и на заводах. А здесь? Слушай, я собираюсь прогуляться, а потом вернусь, короче, на ужин. Ох ты ж, ядрен батон! А что за оказия такая? Ну, мам сказал, мы должны сделать брекфаст. О, звучит неплохо. Но мне нужно побеседовать о всяких вещах. Окей. Возможно, мы побеседуем также о твоих вещах. Просто одна большая, большое обсуждение штуковин. Звучит здорово, котеночек. Люблю тебя, пань. И я тебя. Вернусь позже. А вот тоже звездочка на доме. Подозрительные звездочки. Мне кажется, эпилогом дело не закончится. Всегда надо свистеть, когда что-то ты бришь. Всегда так делаю. Я так не делаю. Так, а где у нас крыски? Теперь бы их найти еще. О, снежинку повесили. Красивенько. А они где-то там сверху были. Кстати, вон женитор этот стоит. Что-то он нам, наверное, расскажет интересное. А они на этом экране вообще были? Да, вон окно. До одного кренделька не хватит. Окей, мои чудесные крысочки.
Время кушать! А где еще одна? О, сегодня вас побольше. Вам нужна больше еды. Да, мои сладенькие. Чу, ёлки, ну ладно. Так, где женитор? Женитор! Эй, это ты? Да-да. По крайней мере, сейчас. Знаешь, я никогда не знал твоего имени. Я женитор. Я чищу там, чиню то... Если кому-нибудь что-нибудь понадобится. А, окей. Так каково это быть дома снова? Вещи такими, какими ты их запомнила. Вещи такие же, какими ты их запомнила. Ну, да, не знаю. Я даже не помню сегодня. Звучит так, будто ты через что-то прошла. Откуда ты знаешь? Зови это опыт. Я клянусь, или не клянусь. I swear. Swear. Или ругаюсь. Some mornings I feel... Короче, иногда поутру я чувствую себя, как эти старые деревья. Ты знаешь, кое-что большое должно произойти. Или произошло. И я чувствую, будто я должна была проснуться сегодня. И типа, должна чему-то научиться. Но я... Не знаю, если я... Научилась ли я чему-нибудь. Ну! Ой. Спасибо большое, жопа дракона. За подарок. Сейчас, ребят, я пропустил. Какая-то интересная игруля. Orbital Gear. Спасибо. Ну, в моем опыте большие вещи не учат ничему. Но они делают тебе кое-что. И иногда ты должен подождать немного и увидеть, что из этого придет. Что ж, хватит на сегодня, честный Данан
done an honest day's work. Ну, вот так вот. Время уходить. Smelter's game tonight. Ну, увидимся. Нет, если я увижу тебя первым. Извините, пожалуйста. Хо-хо-хо. Подожди, откуда ты знаешь мое имя? Женитор. Мистер Женитор, Лорд Женитор, Боб Женитор. А мне надо найти работу, как у Женитора, и реально ей наслаждаться. Спасибо. Буду. Спасибо, ребят. О, я пошел за город опять. Holy crap! Attack a place! Это лучшая штука, которая могла произойти в этом городе сегодня. Вообще, когда-нибудь. У нас есть интернет! Мы все еще... Хотя мы все еще используем киберрыбу, как и 2 года назад. Три дня, чтобы скачать фильм. Один день, чтобы загрузить гифку. Варварские времена. Господи. Жизнь движется. О мой бог, они доставляют. Я собираюсь поесть это. I'm gonna eat the shit out of some tacos. Не уверен, что это будет вкусно. А теперь этот челик здесь работает. Высокий забор. О, снежок начинается. Я думал, может, туда сходить можете. Посмотреть, что там. Интересного. А здесь тоже снежок пошел. Эй, Грейг! О, посмотрите, как кто у нас тут живой в порядочке. Это сюрприз? Не. Просто выглядишь типа релевантно. Соответствующе. Ну что ж, посмотрите, как кто жив и выглядит так же тебе. Да. Да. Yeah, yeah. Так чё, пойдем прогуляться сегодня? Репетиция? Да, пошли.
Так, сейчас надо взять клавиатуру, как будто я буду играть на гитаре. Может, я левша просто? Или правша? Какой я обычно рукой зажимаю аккорды? Ой. Еще не все. А, господи, эта дверь никогда не перестанет заедать. Хуже, когда еще и холодно каким-то образом. When it's cold somehow. Когда она еще и замерзает. Я так готова к холодной погоде. А что за тиобрамин? Что это, Ксипи? Ты что, наркоман, что ли? Фи. О, ненавижу зиму. Зима хороша вообще-то. Чё-то никого нет. Эх, неудачники. Они просто... Они даже не хотят, чтобы наша... группа стала успешной. А где мы будем играть, если даже захотим? Не знаю. Пойдем играть эти VFW Hall Shows in Fort Lützen. О, как клево! Это будет весело. Мы будем стариками теперь. Уже. Да. Так, ты в порядке? Да вроде. Ну, по крайней мере, настолько, насколько могу сказать сегодня. Да. Суспишес. Суспишес. Ты думаешь, те парни не смогут выбраться из шахты? I guess we are gonna find out pretty quick. Я думаю, мы в скором времени об этом узнаем. Ты слышала, чтобы кого-нибудь сегодня похищали? Не знаю. Но я не думаю, что там были... Ну, похищали тех, о ком я вообще знал. Никогда нельзя сказать. Никогда нельзя сказать? То есть эти... подобные штуки происходят с тобой часто? Ой, да все время. Ну, типа, я... I don't really get what even happened down there. Я на самом деле и не понял, что там все-таки происходит с тобой. И что это было? Космический ужас? А, ну да, это. Ну, оно старое. Что-то старше, чем что-либо, о чем я могу думать. И ты можешь чувствовать это внутри. И это в дыре снаружи города. Да. Нет. Ну, типа, штука в дыре, это... Господи, я забыл, я потерял это. Окей. Вроде... A porch light that's on. Porch. 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 Крыльцо. А porch light тогда что это? Ту ёлки спросил porch. Лигхт. Свет на крыльце. Ну, я догадывался. Я думаю, может, это какой-то фонарик или типа того. Свет на крыльце, который включен. И все эти жуки вокруг него.
И потом свет гаснет. И там дыра, где был свет. И вот что было, когда я возвращалась. Как будто я рассказывала тебе об этом на диване прошлой ночью. Божечки, это было прошлой ночью. А прошло будто 2 недели. Хе-хе, да. Будет странно, когда ты уйдешь. Well, I mean, you've already been gone. Ты уже уходила. Ты уже уходила и потом вернулась. At least. Я умирала немножко от батарейки, от аккумуляторов в другой день. Видишь? Ты гонер. Постоянно гонишь что-то. Дохлый. Кончен. Ты дохлый. Да, как будто прошлой ночью. Это чувствовалось иногда. Будто там так много всего страшного. Но оно все еще здесь. Ты будто плаваешь в нем. И у тебя нет будущего. Не, бра. Не, бра, это все? Ну, какое наше с тобой самое большое преступление? Мы привнесли в этот мир робота, который захватит вселенную. И потом оставили его в лесу охотиться. Но вообще-то это мы замуровали чуваков в шахте и оставили их там умирать. Вот наше большое самое преступление. Это была самооборона! Все это... все эти вещи... выглядят сегодня по-другому. Мы другие. Да. Так что, типа... вещи меняются. Наверное. Они убили Кейси. Да, они это сделали. Они убили Кейси. Я стараюсь не думать об этом. Мы, типа, расскажем его родителям? И что же мы им расскажем? Я не знаю. А разве не хуже думать о нем, как будто он живой, или рассказать им, что он на дне бездонной ямы, в туннеле, в лесу, с кучкой парней, которые собирают, которые, в общем, скоро умрут. Рассказать или не рассказать? Мы не будем им рассказывать. Ни одно из этого не звучит хорошо. Я думаю, важно то, что мы знаем. Делает это более значимым. Не знаю, как сказать. Я думаю, мы могли бы... быть единственными вещами во вселенной, которых заботит что-нибудь. Или которых может заботить что-нибудь. Do you think any of this means anything? Like mint everything anything.
Does it, Gregory? Эй, детишки! Эй, сладенький. Детишки? Как работа? Господи, я прямо... I'm sore from like everything. Sore. Я болен. Мне тяжело от всего от этого. У меня такое ощущение, что я продралась через зиллион кустов прошлой ночью. Вообще-то мое тело меня сейчас ненавидит. Надо сделать стрейч. Что значит сделать стрейч сейчас? Надо растянуться? Размяться, наверное. Типа того. Можно мне с вами двинуть в Брайт-Харбор, пацаны? Я думал, тебе не нравится покидать дом. Пацаны, вы мой дом. Но мы хотим уединяться каждую ночь. Или, может быть, я буду навещать вас время от времени, когда вы поселитесь там. Конечно же! Да, чувак, это было бы рад. To be red. Здорово, Мидас. Ой. Рад. То есть... Ну, мы были бы рады. И, ребятки. Да. Спасибо, что спасли меня прошлой ночью. Несколько раз. Постоянно. Да и не проблема, чувак. Мы будем спасать тебя столько раз, сколько это понадобится. Эй, Бе. Хей, Бе. Чё она опять недовольна? У неё ж выходной сегодня был. А ты скажешь что-нибудь? Я не знаю, что сказать. Какого чёрта вчера произошло? Ничего. Абсолютно ничего. А, хорошо. Просто это был самый ужасный, страннейший кошмар в моей жизни. Кстати, очень приятное сообщение, чтобы проснуться. Ой, господи! Я наполовину спала, давайте не будем говорить об этом. Я думаю, я... Twisted my ankle last night. Что-то подвернула? Она подвернула себе ankle. Челюсть? А, лодыжку, щиколотка. Ну, хорошо. Мы можем больше не говорить о прошлой ночи. Хотя бы до конца дня. Не обещаю. Может, просто сыграем песенку и закажем пиццу. И поговорим об этом завтра. Конечно. Как пожелаете. Мы все можем ходить вообще на терапию на какую-нибудь годами. Вот это дух! Я думаю, мы можем двигаться дальше, правильно? Весь мир полетел псу под хвост, но мы все собираемся умереть. We all gonna die if we don't keep living. А, мы все помрем, если не будем продолжать жить. Это какая-то наклейка на бампере машины, правильно? Эй, я не знаю вообще, о чем говорю. Мы должны делать планы. Мы должны менять вещи. Мы должны сыграть чертову песню.
и получить чертову еду. Пиццу. Goddamn. Это, наверное, goddamn, наверное, проклятую, скорее всего. Проклятую, да. Мидас, игра про Кисю. Ты же заходил, кстати, на стрим по ней. Так что не притворяйся, что не видел, не читал о ней. Очень интересная игра и хороший сюжет, но нужно знание английского. Ну, пицца с блинчиками на ужин вообще отлично. Окей, so what are we playing? Как, чё петь будем? You goddamn right. А, ты пошутякал? Ну ладно, я-то думал, ты серьезно. Это конец. Ну, на самом деле, это, по-моему, одна из концовок. Там можно другие концовки выбить. Я понятия не имею, что там с черным козлом. Повторное прохождение, да. Игра, в принципе, не такая уж и длинная. За сколько там? За 11 часов. По-хорошему, это два таких серьезных стримчика. Ну, когда русский выйдет, чтобы более понятливее было, а то я половину не понял. А вообще, цель игры, по-моему, я, насколько понял, это не унывать и, как, что бы там ни происходило в твоей жизни, всегда продолжай жить. Не знаю, такое, но это на поверхности, правда. Не, мистер Фрифокс, я думаю, там гораздо глубже сюжет, гораздо глубже все, но просто надо знать английский. Либо ждать русификатора. Пока, акулька! Да, русский от фанатов. Ну, он, конечно, там, я не знаю, как они переврут многие прикольчики, но для меня будет в большей степени важно смысл более вникнуть в игру, когда выйдет русский. Побольше со всеми общаться. Я вот с половину диалогов просто пропускал, потому что устаешь. Таким образом играть, когда ты читаешь, потом альтабаешься постоянно в переводчик, там не очень удобно. Особенно на стрим. Потому что на стриме, мне кажется, это выглядит еще унылее. Когда ты сидишь и сворачиваешься постоянно, и проверяешь, там сверяешься. Так что как-то вот так. Конечно, Мидас можно, не можно, а нужно. Рип Кейси. Ну, тут полистать можно. Это как бы тоже отрубленная рука вообще. Что? Отрубленная рука. Но! Мы, когда лифт опускали, если вы заметили, то когда лифт падал вот этот в шахте, чуваку тоже руку отрубило.
Непонятно. Да, пустые страницы, это ну, не о всех людях что-то узнали, наверное. Почаще надо было, типа, с ними общаться там. Ну, вот у нас есть полностью пустые. Ну, странная такая, неоднозначная игра. Но неоднозначная по большей части, наверное, потому что я половину не понял. Хотя, как знать? Не знаю. Многое осталось неразгаданным, что ли? С ними есть ачивка получить все зарисовки, ее сделали 0,1%. Но у меня они скрытые, типа. Вот. У меня еще 23 достижения, и они как бы. 23 скрытых достижения. Вот так вот. Да, ну, Demon Tower, по-моему, не очень. Да я смотрел немножко, как играли в Demon Tower. Что самое интересное, после прохождения, как бы, у тебя ничего не открывается. Ну, да, прошел. Молодец. Окей. Мне им понравилось. Так, чё-то фиг знает, продолжать стрим или все на сегодня. Вроде как бы прошли. Ладно, запись остановим, точно.